Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш переклеенный одуванчик. Вот он КПАН, который вы мне прислали. Он без стопорного винтика оказался. Я сначала наклеил одуванчик, проверил в своих камерах, потом переставил с первого КПАН винтик на этот и оказалось, что КПН не фиксируется, по всей видимости. Отверстие для винта сделано немножко не в том месте, поэтому вы там уже посмотрите или перекрутите винтик и уменьшите диаметр его головки, или старайтесь просто не перекручивать КПН в камере. Проверяем. Все как и было, осталось 120 мм фокусное расстояние, диафрагма от 2,8 до 22. Аккуратно все вытаскиваем. Зафиксировался. Все показывает. Так, и вторая 70-ка. Вторая 70-ка. Тоже все зафиксировано. Я надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Сейчас я упакую и отнесу новую почту. Спасибо за внимание.